В Севастополе проходит прививочная кампания против гриппа. До 1 ноября медики планируют сделать прививки 40% населения города. По словам начальника Севастопольского территориального отдела Роспотребнадзора Романа Владимировича Проскурнина, жители города чаще всего болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения во всех странах мира проводятся прививочные кампании против сезонного гриппа. По предварительному диагнозу прогнозу ВОЗ в эпидемический сезон будет продолжаться циркуляция ранее выявленных вирусов гриппа. Это Калифорния, Гонконг, Брисбен, Пхукет. Указанные штаммы вирусов гриппа вошли в состав 4-валентных вакцин, применяемых для иммунизации населения, в том числе города Севастополя. По словам руководителя Департамента здравоохранения правительства Севастополя Ольги Анатольевны Емельяненко, в рамках кампании Департамент здравоохранения сформировал 123 прививочных бригады, подготовил 105 постоянных и 50 дополнительных прививочных кабинетов. Медицинские организации в полном объеме обеспечены противовирусными препаратами. Поставлены более 80 тысяч доз вакцин для взрослых и 54 тысячи для детей. Сегодня существуют передвижные бригады, которые могут приехать к вам на предприятие, посмотреть ваших сотрудников и организовать ту или иную вакцинальную кампанию. В этом году в Севастополе зарегистрировано 2 случая лептоспироза с летальным исходом. Это заболевание, которое передается грызунами. В правительстве решили предусмотреть средства на проведение дератизационных и дезинсекционных обработок городских подвалов, канализаций и зеленых насаждений.